Первый период 0-0 был, да? Или нет, ну забили, по-моему, да, 1-0. Ну да, в самом конце это гол в раздевалку хороший. Ну, вот, и очень важный гол, я считаю, забил наше звено, где Коротков выиграл сброс, и Арзамасов в конце забил, сделал 3-1. Я думаю, чуть-чуть подубил их в концовке этот гол, очень важный для нас был. Два гола вот забили именно на последних секундах. Как-то собирались вот именно на концовочку? Да, ну, на концовку, да. Вообще собирались отыграть в обороне строго, но получилось забить. Ну, повезло, может. Строго отстояли и свои моменты использовали. Поначалу казалось, как-то виловато выглядели. Ну, чего не хватало на старте матча? Да я бы не сказал. Соперник хорошо двигался, играл, они активно играют. Я бы не сказал, что так виловато. Впереди Акбарс, эмоции и как-то физические силы первое, есть? Там, как называют, зеленый дерби или как. Но вот поэтому будем настраиваться, конечно, дерби. Интересно. Но уже как-то ощущается, в раздевалке есть какие-то общения? После этой игры пока надо отойти, передохнуть, восстановиться.